Я вот хочу показать вам наш плод нашей инкубации в несколько этапов. Я хочу сказать, что эксперимент удался. Вот эти два больших — это первые, блин, залезли на морковку. Вот этот гусенок — это через неделю вылупился, и вот эти два еще через неделю. В принципе, в несколько этапов можно подкладывать яйца хоть каждый день, в принципе. Ну, только что немного побольше с ними забот будет. А так, в принципе, возможно, хоть каждый день подкладывай, каждый день будут вылупляться новые гусята, если нет возможности заложить сразу в один раз. Вот такие они у нас выросли уже, оперяться начали. Который второй вылупился, второй партией вот гусенок, яйца было немного, немного отстает, ну, наверстает, я думаю. Ну, вот сейчас они пасутся, травку едят, а кормим мы их дробленой пшеницей. Плюс водичка с витаминами добавляем периодически. В принципе, как и везде, в любых хозяйствах, особо супер корма там для них не покупаем. Есть трава, гуси вообще должны жить на траве. Ну, правда, нет водоема, но это особо не страшно. На этом буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте палец вверх. Всем до новых встреч. До свидания.